дальше. Собственно, Манчестер очень жаловался на поле, и, судя по всему, именно оно и внесло коррективы. Все-таки игра была не настолько, так скажем, зрелищной именно за счет не очень хорошего качества газона. Потому что у Манчестера это моментов, если так посмотреть, не так уж и много было. Кстати, мы сейчас посмотрим как раз моменты этого матча. Коррективы, прежде чем моменты смотреть, подожди, Макс. Коррективы, это давно уже известно, вносит погода, поле. Вот. Ну и, конечно, коррективы вносят тот состав, в котором команда играет. Если она играет не в оптимальном составе, то, естественно, это влияет на качество игры. Вот. И как раз вот поле внесло коррективы в том смысле, что Мауриньо, в конце концов, выставил состав не стартовый, в котором он обычно играет в чемпионате Англии, а он выставил состав, который соответствовал этому состоянию газона. И он сразу сказал, что футбола будет не так много, будет борьба, бойня. И так и получилось. Вот. Но то, что состояние газона давало преимущество Ростову, я сразу говорил, потому что Ростов, во-первых, сыграл на таком поле уже одну игру. Не одну игру, он сыграл со Спартой в чемпионате. Две игры, получается, да? И наверняка тренировался на таком качестве газона. Поэтому он был адаптирован, и в этом смысле адаптирован к полю, и в этом смысле он был более мотивирован с Манчестером, чем Манчестер. Потому что поле, хотим мы этого, не хотим, но все равно, если ты играешь на идеальном поле, а потом приезжаешь на огород или на поле, на котором тяжело назвать полем, как сказал Мауриньо, да, то ты испытываешь по-любому дискомфорт. Дискомфорт, который тебе мешает. Вот. И я по себе знаю, когда выходишь на плохое поле, то того желания нет играть, как когда ты выходишь на очень хорошее поле. Поэтому не случайно, вот мы даже когда в советское время за рубеж выезжали, почему там даже с более сильными соперниками с удовольствием играли, потому что состояние газона всегда было лучше. И всегда, когда приезжаешь на игру, в первую очередь идешь и смотришь, какое поле. Если поле хорошее, то тогда сразу настроение даже поднимается, потому что на нем, во-первых, приятно играть, и можно продемонстрировать максимум того, чего ты умеешь. Вот. А плохое состояние поля, оно вносит существенные коррективы. И вот, исходя из этого, можно сказать, что Ростов в привычной для себя футбольной манере сыграл, в своем стиле, и вот такое качество игры он, в общем-то, демонстрировал из Баварии, и с Атлетико Мадрид, когда играл. Но я что хочу сказать? Я хочу сказать, что, в принципе, Манчестеру удалось нейтрализовать вот все те сильные стороны, которые есть у Ростова, потому что они очень серьезно отнеслись к этому поединку, потому что после того, как Ростов нашумел и в Лиге Чемпионов, и сейчас в Лиге Европы. Вот. Больше того, Мауриньо встречался с Бердыевым, и он стиль его игры команд он видел. Во всяком случае, вот. Калачева они закрыли в первом тайме наглухо. Да, это лишний раз говорит о том, что они очень внимательно изучали игру Ростова. Вот. И по большому счету в атаке Ростов, вот, кроме гола, которого они забили, да, мы его разберем, практически ничего не дали сделать. И это самое главное было для Манчестера. Перед этой игрой фаворитом считался Манчестер. И поэтому они для себя приемлемый результат добились, Манчестер. Да? И самое главное удивляло, знаете, что вот у них запас, который был вот на эту игру, это все игроки стартового состава было. А вот этот состав, который вышел, он тоже конкурентоспособный. Вот, и нельзя сказать, что это там дублеры играли, да? Это игроки, все игроки играли, сборных. Да, все игроки сборных, игроки основного состава. Вот так на сегодняшний день Манчестер укомплектован. У Ростова, конечно, такой комплектации нет. Но у Ростова там все-таки группа атаки есть, да?
И там Бердыев может придумать за счет ротации игроков атаки, потому что он тогда может и Полоза, например, да, и Полоза использовать, и Девича использовать, и Азмун еще есть, да. И там перестроится, плюс перепелица есть, вот. И я думаю, с точки зрения того, что потом этот, у них же еще, они из «Зенита» взяли, он не заявлен в Лиге Европы, Могилевец. Могилевец, по-моему, нет. Ну, во всяком случае, вчера его в заявке да, не было. Да, вот если бы Могилевец был, то тогда попроще было. Но он в заявке на чемпионат России. Они не успели, России, они уже да, в феврале да, его да. подписали. В чемпионате России-то он будет играть. Поэтому, да, шансов не так много. И, в общем-то, в процентном отношении, да, несмотря на то, что, в общем-то, счет, знаешь, так, 1-1, вот, то где-то... Я Ростову всего даю, ну, где-то процентов 20, вот так, на то, что положительный результат может закончиться. А так шансов, можно сказать, очень мало. Единственное только, что если Манчестер недооценит, да, вот после такой победы, то может быть. Мне кажется, вряд ли Мориньо так серьезно отнесся к да. ним. Я думаю, что он представляет больше, примерно. Да, больше того. Больше того, за счет вот этого трофея в Лиге Европы, да, которые у них есть шанс выиграть, да, вот, они попадают сразу напрямую тогда в Лигу Чемпионов. То есть более короткий путь, чем через чемпионат.